Салам алейкум. Сидим в таком красивом, просторном зале. Соскучились уже. Давно мы не собирались по хорошему поводу. Мадина приехала? На сегодня здесь. А Мадина тоже свадьба. Свадебное мероприятие. Фатимат провожает дочь Айшат замуж. Вот мы все собрались за праздничным столом. Пока родственники собираются, здесь такой красивый, пышный дастархан. Вот такие красивые салаты, так красиво оформлены. Это Цезарь. Это вот такие рулеты из баклажана. Это что это за салат такой интересный? Нарезки такие красивые. А здесь фрукты на любой вкус и цвет. Красота. Хватит. Ой, Амина, давай. Такой помидор сеньор с сыром. Это такие вот нарезки рыбные, тарталетки. Приятного всем нам аппетита. Вот чудушки, как без чудушек, и из тыквы, и из зелени. А горячее только... Пока чуду. Сейчас, да, чуду, но скоро все начнется. Давайте, кушайте пока. Так, это хинкал из кукурузы. Юля. Родственники, гости подходят. Все в ожидании. Сейчас с минуты на минуту должна приехать невеста. Мы же не знаем. Всевышний создал сладкое. У каждого свой вкус. Поселили белую дорожку. Самый торжественный момент этого праздника. Все в ожидании. Приятно. Все встали с мест, чтобы разглядеть нашу невесту, очаровательную Айшу. Пусть молодые будут счастливы. В зале очень прохладно, хотя на улице жара невыносимая.